Нам, конечно, хотелось бы, чтобы у нас было место для молитвы. Если бы у нас был когда-нибудь восстановлен Смоленский собор, то это была бы большая Божья милость и благодать к нам. Наша главная святыня, Смоленская икона Божией Матери Адигитрия, в честь вот которой и был основан наш монастырь, она, собственно, вот и должна находиться в Смоленском соборе, и он построен ради того, чтобы она там находилась. Малыши наши хотят тоже свою молитвенную лепту внести в созидание нашего храма. Они так вот решили, что они будут каждый день ходить крестным ходом. Такие сподвижники наши юные. Смотрите документальный фильм «Остров моего сердца» на телеканале «Радость моя». Евангелие от Матфея начинается с родословной Спасителя. Евангелист делит ее на три группы по 14 имен. При чтении этого текста возникает множество вопросов. Например, зачем Матфей искусственно делит родословную на эти группы, специально пропуская некоторые имена? Почему два родословия изложены в разных направлениях? Апостол Матфей возводит родословную по нисходящей линии от Авраама до Иосифа, а апостол Лука по восходящей от Иосифа до Бога. Почему перечень имен от Авраама до Давида в двух родословиях совпадает, но затем совпадений в именах почти нет? Почему отцом Иосифа апостол Матфей называет Иакова, а апостол Лука – Илью? Почему в родословии Евангелия от Луки имен больше? Для чего евангелистами приведены родословия праведного Иосифа, если Спаситель по плоти произошел только от Пресвятой Девы? Почему в родословии Евангелия от Матфея упоминаются женские имена? Попытаемся ответить на эти вопросы. Смотрите «Загадки Евангелия» на телеканале «Радость моя».